Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поблагодарил за визит в регион известную фигуристку, призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, которая прибыла в Читу 22 января. Руководитель Забайкалья поделился с ней своими идеями в области развития спорта. «Мы понимаем, что спорт – один из важнейших факторов, а для кого-то может единственный, чтобы перейти к созидательному позитивному здоровому образу жизни. Ведь некоторые люди имеют пагубные привычки. При этом забайкальцы очень талантливые, у нас большое количество заслуженных спортсменов, людей, которые достигли высокого уровня в различных видах спорта. Нам важно как можно большему количеству людей дать возможность увлечься спортом, не обязательно стать чемпионом, но это поможет реализоваться в жизни», — отметил губернатор. Евгения Медведева, в свою очередь, подчеркнула, что каждому человеку нужна цель, а для этого нужна дисциплина и мотивация. «Надеюсь, что именно физкультура и спорт помогут забайкальцам обрести себя в жизни», — сказала призер Олимпийских игр. По ее словам, в Забайкалье она впервые, и край ей очень понравился. Евгения покаталась на коньках на озерах Кинон и на Архалее. «Холодно, но очень здорово», — добавила фигуристка. Напомним, 2021-2025 годы в Забайкалье объявлены пятилетием спорта. Именно на официальное торжественное открытие приглашена Евгения Медведева. Мероприятие пройдет 23 января в Чите в Ледовом дворце, а также во всех районных центрах Забайкальского края. Кроме этого, Евгения Медведева проведет мастер-классы для юных фигуристов от 7 до 15 лет. Младшие группы спортсменов приглашены в качестве зрителей. В первый час на льду с чемпионкой мира будут заниматься спортсмены старших групп, преимущественно имеющих спортивный разряд. Во второй час спортсмены юношеских разрядов.